Салика Продакшн Студио. Значит, я эту песню знаю только золотой, та-ра-та-та, а куплет я не знаю. Поэтому ты мне этот куплет пропоешь, чтобы я понял, что да, вот мелодия, вот вступила где надо, да? Поехали. Работаем. Ты уже давно солнцем опаленный, в паутине дней растерял тебя. Ты уже давно счастьем обделенный, золото души даришь мне любя. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи. Молодец, я понял, Калмук, что сейчас ты ритмически хорошо все как бы сделала, да? Теперь мне надо, чтобы ты еще чище спела. Ты сейчас, знаешь, поешь примерно, ну, как бы, примерно я понял, о чем речь, да? Мелодию примерно понял. Я хочу, чтобы было чуть поточнее, да? И ты шире открывай рот. Вот давай спой мне вот это вот. Тоже давно? Да. Ты уже давно... Нет, смотри, вот ты была в тональности, да, я выключил музыку, раз, и сразу упала. Как бы низ начала. Ты уже давно солнцем опаленный... Вот конкретно, спой, я уже вспомнил себе эту песню. Поехали. Ты уже давно... Ты меня внимательно послушай, смотри. Не просто лишь бы выпалить, а есть конкретные звуки, да, у них есть высота, и ты должна не фальшиво спеть. Вот я тебе пою. Ты уже давно... Вот это спой просто. Ты уже давно... Еще давай точнее, да, чтобы ты прям вообще влетела конкретно в эти звуки. Подожди, подожди, я сначала я пою, ты услышала, через мозг провела и тут же выдала так же чисто. Ты уже давно... Спой. Ты уже давно... Вот дальше, я пою дальше. Солнцем опаленный... Солнцем опаленный. Еще поточнее, смотри. Ты уже давно солнцем опаленный. Вот, видишь, так. Ты уже давно. Не, смотри. Ты уже давно. Рядом стоящая нота. Ты уже давно. Давай. Ты уже давно. Не суетись, не суетись. Сейчас ты полетел уже психологически, да? Это не потому, что у тебя слуха нет. Ни в коем случае, я сразу говорю. Ты сейчас уже начинаешь, у тебя волнение, тебе несколько раз прошло одно и то же дело, ты начинаешь уже высить, уже низить там, и так далее. Вот все время нужно успокаиваться, то есть ты, впереди тебя волнение бежать не должно. Ты уже давно. Вот чуть-чуть высишь, давай пониже. Ты уже давно, ты поверил, ты куда-то выше пытаешься, а нужно чуть-чуть пониже. Еще есть, знаешь, у людей такая... Ну, проблемка, да, вот они, слух вроде есть, все, но когда они начинают волноваться, они начинают высить. Именно высить, не низить. То есть они перестают слышать тональность фонограммы и их несет. А несет чаще всего людей, которые высят. Понимаешь? Те, кто волнуется и низит, они гасятся и начинают фальшивить, чисто, ну просто подача у них, ну, падает, и ноты падают тоже. А ты начинаешь, ты вроде, а, сейчас хочет, и пошла куда-то наверх. А там же конкретная тональность, да? Ты уже давно. Вот, вот, видишь, вот сейчас абсолютно чисто ты спел. Вот я врублю музыку, и ты с музыкой тоже. То есть ты, тебя не должно нести, ты не несись, грубо говоря. Поехали. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот и все. Ты уже давно. Видишь, фанера тебе, ты видишь, мой фонограмма звучит, и ты пытаешься перекричать как бы ее, от этого ты высишь. А вот когда я тебя прошу отделить тебя, ты нормально прошу отделил. Ты уже давно, ты уже давно. Вот это нужно с фанерой спеть. Поехали. Ты уже давно. Нет, еще. Слушай меня, я тебе в ухо там буду. Ты уже давно. Давай, еще раз успокойся, чтобы ты наверх не лезла. Ты уже давно, спой. Ты уже давно. Ну, слышишь же, замечательно, да? Все, тебе только фанера мешает, а без фанеры петь мы не можем. Еще раз. Ты уже давно. Давай. Ты уже давно. Вот.
Слышишь, да, вот сейчас чисто спета, да? Ты не спела, ты куда-то наверх не полезла сейчас. Спой еще. Ты уже давно, давай. Ты уже давно. Вот, и надо так, чтобы ты с фонограммы спела. Поехали.